Виноград Лия. Лия – столовая комплексно-устойчивая форма винограда раннего срока созревания, 110-115 дней. Родительская пара – Атлант Запорожский на Аркадию. Получена любителем-селекционером Загорульком Виталием Владимировичем. Кусты очень сильнорослые, цветок обоеполый, грозди очень крупные, массой до 2 кг, среднеплотные, конические или с крылом. Ягоды округлые, большие, массой 8-15 грамм. Цветом от желтых с розовыми прожилками до розовых. Вот желтые с розовыми прожилками и розовые. Вкус ягод простой, гармоничный. Мякоть сочная, плотная. Устойчивость к грибковым болезням формы средняя. Осами поражаются ягоды слабо. Морозоустойчивость до минус 21 градуса по Цельсию. Своими впечатлениями о винограде любительской селекции «Лия» делится Якушенко Василий Евдокимович, виноградар-любитель из села Мачехи на Полтавщине. Пожалуйста, Василий Евдокимович. Это сорт любительской селекции, создан Загорульком, называется «Лия». Вот. Обычно этот сорт, я только что говорил о сорте «Виктор», который не набрал окраски. Вот вам второй случай. Это тоже розового цвета ягода. Она уже созрела, а розового цвета она так и не набрала. Разве где-то отдельные, видите, ягодки. Но сорт, на мой взгляд, тоже неплохой. Сорт товарный, очень крупная ягода бывает, где-то даже грамм до 15. Так что такой сорт посадить тоже стоит. Вот. Сорт созревание ранний. Вот. В настоящее время он уже созрел, середина августа. Мы его уже реализуем. Вот. За счет крупных ягод пользуется спросом на рынке. Вот. Так что такой сорт можно сажать. Устойчивость средняя. При двукратной обработке, видите, лист практически чистый. Спасибо, Василий Евдокимович. Вот такая столовая форма винограда «Лия» с крупными ягодами, как у талисмана. Такой виноград стоит выращивать, хоть для собственного потребления, хоть на рынок. Всем здоровья и хороших урожаев. До встречи в новых видео про виноград, сад и дачу. С уважением, Владимир Исаенко.